Короче, выбило стрим с какого-то хера, блядь. У меня пропал, блядь, интернет. Ну да, это, короче, трансляция сразу же после предыдущей трансляции. Стрим Фасмофобия номер 2. Это номер третья часть, короче. Продолжаем, блядь, да. Я уже со второй части стрима понял, как играть по сети, поэтому... Да. Все. Погнали дальше, блядь. Не знаю, что случилось, блядь. Не зря у меня в конце сказали, чуваки, почему, блядь, у тебя прервалась трансляция. Ну, в смысле, блядь, почему чувак лагает. Это, видимо, они реально мне говорили, блядь. В смысле, блядь, почему... Ну, все работает. Сейчас. Все-таки с компанией играть веселее, поэтому. Мой energy drink уже кончился, поэтому. Не, почему один чувак? Хочу несколько. Несколько, несколько, несколько. Да, блядь, ну не хочу на одном ебучем сервере. Там же заходил было уже несколько серверов. Все-таки я так понял, что тут сервера смешанные из и из обычной версии сервера и с этой, с пиратской. Тогда пизделся. О! Давай, давай, четвертый, пожалуйста, успей. Хорош. Hello, guys. Алло. Алло, Здорово. Здорово. Как говорить, блять, в микрофон? Сколько тебе лет? Алло, слышно? Так вроде он без микро. А, это ты говоришь? Да. Блять, посмотрите, у половины чуваков тупо, блять, не лицензия. Что за хуйня? Он выйти выпало, блять. Что это такое? Ну... Как говорить, блядь? Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm О, gonna. чел, блядь, не пой, сука. Это пиздец, чел. I wake up to the sound, to the silence, to the sound. I searching to beyond a story that told. Алло, алло, алло. Это Алло. Пакистан? Ибо Игрок. Сочинка. Вылетела. Алло, дружище. На какую кнопку чат, блядь? Чё, блядь, на В, на Г, блядь? Не пойму, блядь. Ладно. Я сразу просто несколько кнопок нажал, блядь. Оно сработало, видимо. Либо на Т, либо на В, блядь. Ну и чё, блядь? Алло, алло, игруха, ты тут, а? Да. Да. Блядь, да на какую кнопку, сука, Есть микрочел? Микро есть? Микро. Какую, блядь, кнопку? Микро Купи микро, есть. пожалуйста. Я ебу, блядь. Обычных наушников можно использовать. Сколько вы меня заебали, блядь? На какую кнопку, сука, Не микрофон, всем блядь? такая способность дана.
Пиздец, блядь. Не знаю. Бесит, блядь. Ладно, поки-поки, друзья. Всем удачи, хороших оценок. Да пошел ты нахуй, блядь. На какую кнопку микрофон, блядь? Подожди, параметры. Аудио. Ну, блядь. Бег, нажми что... М, блядь! Подожди, М русская? Что? На В? Еще раз, блядь. Ни черта не понял, блядь, ну похуй. Давай еще раз. Нихуя непонятно, но очень-то интересно. Что ты за чел пиздит, блядь? Мишко Оборошка Педро Хантер. Педро Хантер обосрался. А, обосрал. Ай, блядь. Hello, guys. Hello, guys. Hello. What's your name? Nice. What? What's your name? Cristiano Ronaldo. Whatever. Do you like Cristiano Ronaldo? No. You don't like Cristiano Ronaldo? Yes. Do you prefer Messi? Maybe. Messi's ass. Сука, давай, готов, блять, это Педро Хантер, Нинджа, Нинджа, да, Прая. Ну вы, блять, играете, не, нет, сука. Пидорасы, ладно. Все, сейчас, если еще, сейчас не найдут, наверное. Хуй с ним, блять. В принципе, я не планировал особо стримить эту игру. Просто как бы сделать на нее обзор, понять всю механику, блядь. Конечно, можно, конечно, я сейчас исключительно на этот, на YouTube стриме. Так обычно я стримил на Twitch, на Trovo, но там почему-то много, блядь, ботов, много каких-то, блядь, хейтеров появляется. Ну, то есть, ну зачем, блядь, оно надо? Мишко обосрался, окей. Привет. Здорово. Привет. Здорово. Привет. А ты стример? Конечно. Ой, блядь. Видимо... Почему не посередине ника, вместо ника дефис стоит? Потому что лох. Не обязан. Собака вылетела. Привет. Здорово. Бро, бро, бро. Go play, go play. Пацаны, бро, только не психуйте, только не львайте. Бро, you live in Красноярск? Ну го, блядь. No. Шо? It's Киев. Киев. Го! Киев? Yeah. Really Киев? Really. Район, район. Централ. Кого? Он психанул. Чё пидор ливнул, блядь? Психанул. Ладно, погнали в каточку дефолтную. Доказал, что не терпила. Да не, наоборот, доказал, что терпила. Дурной какой-то. Ебать тут добрые да, ребята, конечно, блядь. Блин. Вот благодаря таким людям и живут подобные игры, блядь. И все заебок. Ну давайте, веселая братва, хули вы не начинаете. А, блядь, я долбоёб. Сейчас.
свет включу, ребят. Начинай, обезьяна. Ну, рыло закрыло свое. Ой. Так. Че, первее всех загрузился, блядь? У меня мощный интернет, блядь. Скорость, блядь. Ебать, я синий на камере, блядь. Так, трансляция идет. О, все. Фонарик, вот эта хуйня. И... Вот эту хуйню, подставку возьми. А чё она не берёт? Как говорила моя кума-лама, кума-лама. Идём, кума-лама, кума-лама. Идиот, закрой рот. Что ты несешь, блядь? Дегенерат. Закрой свой пердак. Ты, блядь, пошел, ты, блядь. Да я и тебе говорю. Я, блядь, вообще не пойму, с кем вы, блядь, разговариваете. Это так с призраком, с призраком. Да-да-да, просто мы слишком умные, мы умеем с ними общаться. Да все, рот закрой. Пердак закрой. Свет врубайте. Вот тут, походу. О! Ой, слушай меня внимательно, унитаз. Или ты сейчас говоришь, кто ты? Батя твой унитаз. Ну, рот закрой. Ну шо, пердак? Выруби! Нас погубишь. Все, бросай, бросай! Бросай, дурной! Тю, блядь. Это кухня. Ты конченый. Че было? Я на секунду глянул, я умею его издать. Я вижу, ты умеешь. Закрой свой пердак. Пердак закрой, твоя мама. Опа, 3 МП. Всем насрать. Закрой пердак. Ладно, давай буду отпечатки искать, блядь. Ну, эти ребята не знают свое дело, блядь. А, это на голове можно дополнительный фонарик нести, что ли, блядь? Это зачем он этот долбоёб сюда поставил камеру, блядь? Что, вообще даун, блядь? Жди, блядь. То есть я могу сейчас выкинуть фонарик, и у меня будет на башке фонарик? А, нет, блядь. Будем искать отпечатки, блядь. Я сейчас прибегу это самое. Да. Я приказал закрыть пердак. Отпечатков немае. Отпечатка хуйма, отпечатки отсутствуют. Да где монстр, блядь? Тю, сука. Походу призрак любит покушать, что он на кухне разжигает. Тут, что ли? А как они, блядь, понимают, что он тут? Похоже, что призрак любит покушать, и он разложился на кухне. Так где он, блядь? На кухне. Был. Уверен, да? Да-да-да, закрой пердак, призрак. Ладно, походу еще один стрим по фасмофобии, возможно, реально будет. Но уже запущу тогда на разные платформы. Не только на YouTube. Потому что не хочу запускать, во-первых, я не хочу, блядь, стесняться, что не умею играть, блядь, нормально. Так, подожди, давай возьму вот эту хуйню. А камеру можно взять? Где камера, блядь? Да нахуй ты её... Они поставили камеру уже? Тю, блядь, долбоёбы. Подай мне знак. Пердак, говорю, закрой.
Ну чё оно не ставится, блядь? Допустим. Ну, я нажал на Г, но на Г это вроде выкинуть. Где камера? Не понял, блядь. Так, 4К, блядь. Panasonic? И теперь на этот держатель я могу ставить камеру, я так понимаю, да? Ага. Подожди, блядь. Водила чувствует мусорник и начинает чувствовать. Он написал, он написал то, что он you love mom. Подожди, правильно снимает камера? Подожди, блядь. Ну да, камера вроде снимает. А, это хуйня, это типа навесная камера, что ли, вот это, блядь? Прикол. Наверное, надо переставить, зачем она там стоит, блядь? Я поставил, видимо, не... Вот, это хуйня, давай. Десять... Кого тут нет, бля? А, есть. Понятно. Жди. Да поставь камеру, ёб твою, блядь. Долбоёб. Ну еще, блядь. А где моя камера? Где она стоит, блядь? Это моя навесная. А, призрак походил только что. Вот это на кухне, да? Да, вот это то, что я немного в бок поставил. А что это? Ну что, пойдемте? А для чего вот этот крест нужен? А, понятно. Я пойду сейчас свет включу. Окей, оставлю при входе, если чё, блядь. Да, буду спрашивать у чуваков, а то, блядь. А где свет включать? Включи в этом самом, в этом, в свет, короче. Кость. Да, это не... Я кость нашел, дурные. Бен, у меня вот единственное, что, например,
убегаешь, что у нас... Подай мне знак. А, слушайте, можете чекнуть, пожалуйста, эти самые... отпечатки вот. Нету нифига. Он не трогает ничего. Ну, блин, потому что дегенерат. Потому что пусть забирает он свой перда. Ну да, отпечатков реально нет. Задумался, блядь, нихуя не комментирую, но я просто слушаю данных людей и пытаюсь понимать вообще, блядь, как играть. Один градус. Ну да, он на кухне хавает. Минус. Минус, минус, минус. Ребятки, это либо демон, либо ревенант, кей или морой, вот это вот новый призрак. Значит... Короче, это морой, либо же закрываешь свой пердак. Там кто, блядь, морой? А, слышь, мужичок, вот этот вот, который с нами играет. А, можешь съесть, схавай таблетку? Хотя нет, слушай, в принципе, мы сейчас можем понять благодаря тебе, то, что, типа, это он или нет. Да, в принципе, ты... Когда ты становишься слабым... Вот если взяли на предатель, или Миша обосрался... Этот закроется, то да, он закроет свой пердак и будет тихо. Да все равно закрой, опа. Бля. Че они там говорили мне, блять? Понял, мне кажется, я это сам. Ты фигни не будет. Слушай, вот эту хуйню можно... Фонарик мне, в принципе, сейчас не очень-то и нужен. Привет. Тут две камеры, что ли, стоит? Я ж там вроде камеру с одну ставил. Ну и чё, блядь? Печатков нет, блядь. Что мне взять? Что это такое, блядь? Healing Head. Кевин Смит, ты здесь? Кевин Смит, ты рядом? Ты рядом? Ты далеко? Да боже мой, пердак, выруби фонарик. Офни свет, офни свет, пожалуйста. И выйди из комнаты. Опа! А где это отпечатки? Мне отпечатки точно нужны. Он тут что-то полазил, потрогал. Непонятно, вот эта хуйня, я не знаю. Давай возьмем отпечатки. Где, блядь? Ты здесь? Ты рядом? Где отпечатки могут быть? Ты злишься на меня? Вон отпечаток. Здесь, где-то. Где-то здесь. Есть? Есть отпечаток? Вон, смотри. Всё, это демон. Впервые за год у меня демон. Демон? Рук. А, рук, тогда все. Демон? Это значит демон. Не повезло. Так, уважаемые пердаки, нам нужно пойти сейчас агрить призрака, поэтому погнали. У демона пердака, короче, минус 9 да градусов здесь. Закрой пердак. Закрой свой пердак.
Кент. Тут фотик несешь? Да-да-да, все. Демон в голове. Он двери дергает. У меня есть демон в голове. Я ему закрою тогда. Все чудесно. А, слушайте, зайди в этот самый в гараж. Опа. И чекни, может там что-то есть. Типа чекни, кость не лежит. Я тебя внимательно, внимательно слушаю. Ничего нету. А что с... Это я случайно. Рептанулся. Мне, короче, лишь бы призрак не нокнул. Да. Охота. Опа. Охота, да-да-да. Сохраняй спокойствие, у меня благовоние. Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Стоим так, тут? Так лучше стоять или прятаться? Не, давай постоим, а у меня благовоние есть. Фердак. Во, он идет сейчас. Он сейчас идет, тут будет. Охота закончилась вроде. Закройте свои пердаки, у нас убить можно. Да открой двери, даун! Тупоголовый. Пойдем, 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 пойдем. Да, все, охота кончилась. Он на распятие наступил, точняк. Ты же распятие на проходе кинул? Кто из вас? Возьмите распятие кто-нибудь, пожалуйста. А что, у нас есть вообще распятие? Распятие я отнес это, к моему комнату давно. А что, одно распятие всего дается на карту или что? Вади все распятия. Там вроде несколько их было. Да вроде их две штуки там было. На одно он наступил, по сути. Да, вот, да, он распятие. Остановите призрака при помощи распятия. Он распятие наступил. А давайте второй должен быть, по сути. Но благовоние, оно тут ни о чем, типа. Оно чё, просто, блядь, так типа... громко, сука. Мишка, тебе надо пойти зеркало сейчас юзать много, для того, чтобы прошел. Пошел в жопу, сам иди юзаю. Ну и ладно. Давай. Пойдем его. Я пердака. А для чего зеркало нужно? Зеркало, чтобы обнаружить его комнату. Если зеркало лопается, то начинается охота. А, вот второй раз, пятый. Давайте здесь все засядем, вот здесь вот. Иди сюда. Ну, пердак, по всем. Идите сюда, 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 ко мне все. Ко мне. We always come back. Жопа. Кого он? Я убиваю, убиваю. Мы ливаем. Чё, блядь? Опять, сука, я первый сдох. Да что ж такое, блядь? Какого пердака? Тю, сука! Блин, братанчик наш умер! Пиздец. Блин, что ж делать? Надо идти фоткать. И пойдем фоткаем труп братанчика на память. Закидывайся таблетками и пошли. Да ты идиот, пошли сфоткаем этого трупака. Вот так вот, сука. Один наш братанчик откис. О, начали на расслабоне. Закинулся с Ньюсом. Да, блять. Алло, вы меня слышите? Вы меня слышите до сих пор? Алло. Давай селфи на память. Меня уже не слышат, походу. Жалко, пиздец, конечно, да, блядь, что я сдох. Подожди, я угадал, что это демон? Ну, смотри, я слушал чуваков. Фотография, кость, улика. Ну, как так-то? Как ты умер? Хорош, блядь, угадал! $25, блядь! Братанчик,
Братанчик как так откис. А не знаю, блядь. Вообще взял умер, блин, на кого-то. Знаешь, блядь, тут вообще плохо знаю все. Да, ну ничего, бывает. О, бро, you have mask of madness. Бро. Это тот нигер, с которого мы напугали. Да. Он сейчас психанет. Весело, конечно, пиздец, блядь. Психанул. Так что, другой дом выбираем или на этом уже пойдем? Иду в тюрьму. Что, идем в тюрьму? Давай другую локацию, да. В тюрьму или в какой-нибудь домик? В тюрьму. Блядь. Давай. Подними, ёб твою мать, блядь, у меня ж гарнитура упала. Пиздец. Вон. А, блин, только мои фотографии, жалко. Он просто на батарее разлегся, мужик. Классные чуваки не попались, блядь. Ну, смотри, я впервые при помощи чуваков, блядь, угадал... Угадал привет. Демона, а блядь. Хам. Ксам? А ты слушаешь группу «Стакан воды»? Весело, блядь. Ты дегенерат. Ну что, Ну, короче, блядь. Я вроде слышал, что потом из пиратки можно будет перенести прогресс в лицензию. Не, очень хочу купить эту игру, блядь. Она же будет обновляться. Больше и больше контента. Не, знаешь, брат, ты, в принципе, вообще в целом, в принципе, про пердак никогда не закрывать, понимаешь? Поэтому закрываю свой пердак. Боже, можно закрытый. Прошлый игру весь пердак, блин, от пердака. Честное слово. О, спасибо, молния. Да, аж хочется сказать, закрою свой пердак. Тут сложнее на этой локации, чем предыдущей? Намного, тут дофига комнат. Понятно, блядь. Вы же знаете, что предлагаю сделать? Ого, пошли за мной, короче. Рыло завали. Пойдемте, короче, знаете что? Все, пойдем по камерам побродим. Стойте, меня подождите. Пойдемте? Да никто, блядь, тебя ждать не будет, ты, блядь. Я вас проведу. Так что, идем? Куда? Погнали. Ну смотри, предлагаю тебе пойти. А что ты фонарик желтый берешь? Там, по сути, как взять есть, другой? Типа... А там же есть, по сути, есть пойдем мощный. А, ну ладно. Есть мощный, да, тебе. Пошли все. Пойдем. Че, блять, а как там мощный, блядь? Ну ладно. Разберусь, как. Короче, я предлагаю сейчас тупо почилить в этом самом. За компами. Тут есть компы, короче. Да, в контру. За компами почилим. Эй, блок. Вот книжечка есть. По от локации. А вот здесь как. Мало то, что сложность, так еще и локации разные. Больше комнат, сложнее, блять. Вот тут. О, они рабочие. Тут можно в компы играть. А в чем прикол компов? А, просто по приколу. А, нет, слушай, смотри, они свет включают. Подожди. Вот этот комп вроде ответственный за. Да, все, оставляй, не трогай комп. Вот так пусть и будет, смотри, как светло. Mm. Короче, за свет в комплексе отвечают.
Повырубай, сейчас пробки повыбивают дурные. Все. Вот так вот пока что походим. Потому что сейчас пробки повыбивают и все. А я не знаю, где тут. Кто, блядь, а где мощный фонарь вот брать? Что-то я не понял, блядь. За реально... А ну знаете что, пойдемте за мной. Там вроде один фонарь, блядь, был. Кто-нибудь из вас в сидел? Пердак. Я, конечно. Я надеюсь, что вы никто не сидели в тюрьме, поэтому давайте вот покупим все сласти от этой тюрьмы. Зайдем, и сральник блатной есть. Я хотя, знаете, что можно? Пойти... О, пердак. Куда можно твой пердак усадить? Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Тут есть камера получше, посолиднее, так сказать. Таких пердаков, прям... как мы? Она прям для настоящих. Вот он, тут зубная паста, есть щеточка, матрасик, на котором можно почилить. И сральник, конечно же. Личное пространство, пацаны, поэтому сральник да, вообще. А, понял, нас... Слышь, так вы два негра, вы должны в тюрьме сидеть, а мы должны быть на свободе. Осуждаю, блядь, не, осуждаю, блядь. Не путай, залазь, негр. Смотри, негр сбежал. Осуждаю, вот, блядь. Тоже осуждаем мы такое. Блин, негр... дебилы. Осуждаю. Вот осуждаю, именно, блядь. Тю, сука, мразь, еще раз скажешь, блядь. Вот такой мы осуждаем. Натурик, натурик. Сука, сейчас забанят мне можем, канал, знаете, блядь. Можем, знаете, что, пойти поиграть в компы, посидеть в компах. Можем посидеть за столом, книжечку почитать. Можем, опять же, вот тут посидеть. Можем... О, книжка! Что? Чекайте, можем книжку посидеть почитать. Что за книжка? Честно, не знаю, что можно опа, делать. Опа, пацаны, ЕМП-15, ЕМП-15. Что за ЕМП-15? ЕМП-15 уровня. Понял тебя, друг. Блять, я бы хотел сейчас вернуться, взять более хороший фонарик, как они сказали, блять. Ну ладно, буду все равно пока ходить с чуваками. Так. Можно? Пойдемте. Куда ты от них ушел? Один и второй. Че, блять, где чуваки? Сейчас, как поднимем. Стой, не бросайте меня, блять! Помыло поднимаем. Жди, блять. Хуя не пойму. А где выход, блядь? Тю, блядь. Ну, привет. Опа, мыло, надо поднять. Что у них за гейские, блядь, намёчки? Тут реально душ работает, прикол. Смотываемся. Давайте еще раковину включим. Давайте. Все, блин, тут шума больше, чем я не знаю, что. Пойдемте тюрячку посидим немного. Куда ты не хрестос убежал? Блядь, где ебаный выход? Два в одном, блять, хули. Так в натуре посреди сральник и умывальник. Знаешь, как посрал смачно? Пошел умылся. Странная типа тема, но прикольная. Сральник, умывальник. Имба, имба. Хотел бы себе такой. Да. Да, реально. Умылся, подмылся. А вот здесь, кстати, непонятно, что это такое. Тут тоже сральник и умывальник, только здесь какая-то типа полочка есть. И вроде как стул снизу какой-то. Или там бутылка по сути должна стоять. Не знаю, на камере будет свет нормальный, ненормальный, это уже темновато, блять. Ну что такое, блять?
Ты открой дверь, блядь. Что? Да. Дядька старый наш хер. Подожди. Да ты старый пердон. Не понял, блядь. Где призрак? А, типа ЗДМ, да? Посадил. Это выход? О. Подожди, блядь. А где фургон? Да. Дай возьму нормальный фонарик, блядь. Тут реально нихуя не видно с этим фонариком, тем более тут локация больше, я уже понял, блядь. А, это переходы. А что это? Подожди, блядь, а в какой стороне выход, откуда мы пришли? Чё, блядь? Эй, чё вы пропали, блядь? Что случилось, блядь? Чё пропало? Что за хуйня? Сральник закрыт. Ты что, дебил? О. Ты, видимо, какой-то чувак не говорит, блядь. На корпусе, мне кажется, посолите немного пот. Ну, немножко такой соли, но она дорогая уже не попала. О, слушай, тут тоже есть этот самый компы. А ну-ка, давай зайдем, чекнем. А, чекать. Тут только один рабочий комп. Чё эти не рубаются? А, эти тоже рубаются, слушайте. А ну-ка. Я понятия не имею. Я пока, короче, возьму наручники к себе домой. Маме надо. А чтоб тебя наказывало. Пиздец, веселые чуваки. Знаете, что делать надо? Тюрьме нельзя мыло подбирать. А если призрак сюда зайдет, то мы его жопу поцелуем или что? Помоемся вместе. Охренеть можно. Да, короче, следующий стрим, блять, будет и на Твиче, и на Троу. Старый, ты на шухере. Чтобы было больше людей, больше. Фил. Сейчас мы тут Ашку запалим. Ты давай на шухере стой. Балдёж. Старый, блядь. Сами вы, так, сука, ладно, старые, блядь. Погнали дальше в камеру. Куда? Пёс, волок, бежим. Куда идти? Спасибо, что на шухере побыл. Куда дальше? Не знаю, я не найду ни отпечатков, ничего, блядь, подобного. Он, блин, опять сбежал,
Все, в принципе, понял, как играть, ну, так. Ой, ой, а, ой, 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 ой. Я вас понял, молодые люди. Куда, 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 куда? Бежим, 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 просто бежим. Бежим. Я вас давай, знаете, что сделать? Пойдем со мной. Короче, мы сейчас типа в блоке, типа в Б блоке. Пойдем в А блок. Из А блока пойдем, короче, на выход, потому что что-то, мне кажется, бушун попался. Ой. Да ты рыгнул, похоже, там, смачно. Ну это, походу, твоя мама рыгнула. Да, блин. Сука, шутки про мамку, это, конечно. Хорошо, блядь. Качаться можно, ничего. Футбольщик, мальчики. Симулятор Катиша. Все, вот, да, с чуваками намного проще играть. Они, блядь, и подсказывают, и предпринимают действия. Ну, короче, да, все намного проще. Все, теперь буду по-сетичисто играть. Даже если я нихуя не понимаю, все равно играю по-ски. И все под контролем. Да, блядь, не, машина едет, блядь, в окне. Фонари прям яркие-яркие, блядь. Светит. Живёт. Прикол. Мы негра потеряли. Воду, знаете, там, где мы первый раз воду включали, вот, походу, там и его комната. А ну-ка. Возможно, но может, факт быть того, то, что закрыть пердак, это тоже факт. О боже. Смотри, компы не работают. То есть, типа, компы работают на компы. На кой они кнопку включают компы, блядь? Режим сна. Режим сна. Ну. Негр. Осуждаю, блядь. Осуждаю. Осуждаю. Добро пожаловать. Осуждаю, блядь. Осуждаю. Осу. Негра отправили в призраков. Пусть поиграют. Все, пидор, блядь. Я тебе говорил, блядь. Я тебе говорил, сука. Надо что-то такое найти. Пиздец. Только что было 8 градусов. Я буду ему шопу чистить. Щёточкой. За литром негру, блин. Обалдеть, я ему сейчас морду начищу. Ну. Чекайте, найдите негра челлендж. А если в комнате с дверью закрыться, то призрак может не пройти? Что сейчас? Повтори. Че? Если закрыта дверью, то призрак может не пройти? А. О, негр. Типа, если закрыта входная дверь, это охота. Понял? А закрывают двери просто, чтобы он потратил много времени. Ну, типа, если по сути медленно дверь открывают. Вот. Типа, это первый. Но есть фризер, который проходит сквозь стены. Это мираж. Сквозь стены, да. Ясно, блядь. Как говорится, мне учиться тут, учиться и учиться, блядь. Мне надо сейчас, короче, я у него кофеёк забрал, короче. Сколько здесь, конечно, блядь. Что за, блядь? Ману, это как его? Ну вы поняли, рассудок, вот. И уже с полурассудком, короче, пойти обратно, как вам идея. Плюс вот этот вот старичок нашли, возьмет распятие. И, короче, тоже еще один негр возьмет распятие. Ребята, ребята, и стойте, не спешите, блядь. Сука, да чё они так идут, блядь? Я ж не ориентируюсь, блядь. Было сразу за ними идти, я то чё-то ступанул, блядь. А, вот к фургону вернулись. О, сейчас как раз фонарик поменяю. Кстати.
О, вот нормальный фонарик. Ты мне, блядь, говоришь? Да, говорю тебе. Ну? Хавай таблетку. Вот, бери таблетку, выкидывай фонарик на секунду. Бери таблетку и хавай одну. И что это за таблетка? Эта таблетка, короче, видишь, у тебя рассудок восстанавливает. Успокоительный, короче. А-а-а. Старик, блядь, сука, это реально они ко мне обращались. Все, у меня новый позывной старик, блядь. Так что сейчас брать? Ну да. Значит, выкидывай тогда, это фоны, да, уфа. Бери крест, получается. И бери ультразвук, вот это вот, короче, купол, вот этот вот. Вместо, да, вместо ЕП-шки. Хотя нет, стой. Возьми ЕП-шку. А негр, тот, который мой друг. Дима, ты где? Осуждаю. Да, блядь, много заданий, много, блядь, всего непонятного до сих пор мне, блядь. Но благодаря моим друзьяшкам, потихоньку, чё-то да и понимаю, блядь. Ну так чё, пошли? И чё, блядь? Ну хули вы все вы... В смысле, они что, все вышли, что ли, блядь? Я думал, закончим уже, блядь. Ну ладно, блядь. И шо? Алло. Ну так чё? Понятно. Ну да, мы же идем твоем. Ну пошли. Ну пойдем. Так вот здесь решил схавать этому быстро. Ну хотя рассуда, в принципе, у нас есть. Поэтому, в принципе, моментально схавать не должен. Ну только если он не слится сильно. А если сильно слиться, то это плохо будет. Точнее, плохо может закончиться. Подожди, еще раз, крест надо кидать, типа, в него? Крест, смотри, надо кидать на джип. У тебя на Б русскую, надо кидать именно под призрак. Ну, типа, не когда он у тебя уже в упоре, а именно когда ты видишь, что он на тебя задвигается, просто кидаешь крест примерно на положение, и он должен, по сути, на него встать. А, то есть на пол, да? Да, на пол. У тебя это никак благоволит, что он заживает. Ага.
Единственное, что вот если это шняга вот эта вот, которая. Андреев, вот, чела, то если мы будем базарить, то он будет литься. Короче, Андреев такой призрак, что типа чем больше ты базаришь, тем больше у тебя шансов, что он тебя слопает. Короче, не разговорчивый. Так какие у тебя предположения, что это за призрак? Мои предположения, ну смотри, это не банши, он не агрессирует вообще. Это может быть либо Мара, та же самая, либо Мара. Сейчас скажу. Мара, блять. Ханту может быть спокойно. Мара. А, может быть, в принципе, вот этот новый призрак, который. Где ты, блять? Или Мара, ой, как он там называется? Короче, который агрессирует очень сильно, типа на начале. Я шо, блять, я разбираюсь в этих призраках, блять. Типа он просто охоту уже начинал, как минимум два раза. Все, у меня крест, блять, я, видимо. Все хорошо должно быть, блять. Самое плохое, что типа в маленьком домике мы можем узнать, когда призрак начинает охоту. А в большой тюрьме, когда звуков тупо нету, это очень сложно. И вот хрен поймешь, кто это. Типа, если бы охоты часто были начинают, то это понятно, это демон, ревенант, банши. Кто там еще может быть? Тень может быть. Но тень, она больше какая-то застенчивая. Чаще всего это какие-то женщины. В принципе, можем, знаешь, что... А в принципе, у нас ничего такого, как выбора, не остается, кроме как сидеть здесь и ждать его. Потому что, мне кажется, сидеть, ну, короче, бегать за ним, это немного глуповато. Компом, кстати, не вырубал. Еще там наши чуваки, они уже с концами ливнули? А, нет, Дмитрий вроде не ливнул, а вот этот вот, который негр, он ливнул, да, с концами. Да. Не знаю почему. Что-то ему не понравилось. То есть понятно, тут такие матчи могут быть и на 10 минут, и на, блядь, полчаса-час. О, пиратка, здорово. Здорово, я тебе... Блядь, когда ты написал, даже не обращал внимания, думал, уже никого нет, блядь. Так, пардон? Да ничего страшного, пират. Так. Я ж тебе не говорил, что обязательно прям быть... Страшилку мы играем сегодня. Ситуация такая, что он прямо здесь сидел, короче, не уходил нигде. Короче, его комната была вот соседняя камера. И он тупо с этой камеры охотно начинал, и вот здесь вот ходил, но зайти сюда почему-то не мог, не знаю. Так, это комната. Подожди, ты про кого? Это я про катку. У меня такая катка была, короче. А. То, что призрак от соседняя комната была, типа его комната. Он сюда тупо зайти не мог, не знаю почему. Можем, в принципе, знаешь что? Призрака попробовать походить, короче, вот по камерам. Ну хз, типа, смотри, это не джин, потому что типа джин, там еще один призрак какой-то, который типа вообще, ну, не, короче, не защищает свою территорию. А вот джин еще там один вид призрака защищает. Прям так эффективно. Он и вот и джин. Типа, если ты подбиваешь к тихой комнате, типа если быстро, близко, и там, ну, находишься вообще, то он типа либо охотится, либо как-то всячески тебя пугает. Свалил, короче, оттуда. А что еще могу сказать про поводу призраков? Да, в принципе, все. А у тебя лицензия? Или ты на лицензии играешь или на пиратке? Нет, я на пиратке играю. Хотел лицензию на распродажу купить, но, короче, шмотки на инвокера не захотел продавать. Так, решил не покупать. Что, в доту играешь? О, так я могу тебе, не знаю, инвайт кинуть в стиме, потом, может, спишемся, еще, может, поиграем как-то. О, можно, кстати. А тут чата никакого нет, блядь? Нет. К сожалению, нет. Можем дискордами обменяться, типа, как варик. Ну ок.
Какой там у меня, блядь, Дискорд? Чуваком буду играть, если чё, блядь. Сейчас свой аккаунт зайду, блядь. Блять. А как мне поменять аккаунт в Дискорде? О, сейчас. О, блять, надо войти мне. Я вот ничего кроме убрал Старс не. Да? Жалко. Так, могли поиграть с тобой какие-то еще игрушки. Не, ну Brawl Stars я планирую еще постримить, так что. Призрак, блин, вообще такой пос... Потом можем поиграть тоже. Знаешь, типа, если бы есть просто призраки такие, которые атакуют прям раз через раз. А этот вообще, типа, вроде атаковал, а вроде не атакует вообще. Ладно, пойдем, в принципе, на... А. Вот, мы по этой двери можем ориентироваться. Охота была, и не одна. Вот так дела. Да, походу нас найти не может. Вот еще один, кстати, минус больших карт. То, что ты вот так вот можешь просидеть, сколько у нас, напомню, с вот этой же Димой, который с нами играет сейчас, который умер. Опять не слышно из-за дождя. Так сколько мы так еще можем ходить? Скажу честно, не знаю. Вообще, ну смотри, охота началась. Вот смотри, типа, как видишь, вот охота началась. Фонарик не мигает, вообще ничего. Ноль внимания. Странно, чертовщина, на самом деле. Можно, опа, кость. А, вот это хорошо. Так, кость можешь, в принципе, собирать, у тебя фонарик, у тебя же фотоаппарата нету. Ну да. Забирай тогда косточку, включай ЕМПшку и пойдем. Подожди, так я, у меня три предмета, это ж максимум. Смотри, на Е нажми просто, она не с ним общается, слоты. А-а-а. Тебе за нее потом в конце бабки дадут. Типа, если ты ее сфоткаешь, тебе за фотку дадут. Типа, и за саму кость. Бля, надо было фотик взять. Понятно, то есть на Е это брать при... Интересно, типа... кости. Вот это вот единственное, кончилось, короче. А шо, блядь, у него с микрофоном тут? Призрак какой-то вообще интересный. То хороший, то нехороший, блядь, то по рации, то не по рации, блядь. Потом не призрак, раз за разом, короче. 4 охоты, 4 убийства. Ой, пиратка, если ты там что-то пишешь, я сорян, если не читаю, блядь. Помню, просто тут в любой момент может появиться призрак, блядь. И я боюсь, что если я отвлекусь резко, мне просто, блядь, проиграю. Я уже хер знаю, сколько играю, блядь, и на этой карте, в этом режиме. Опа-на, опять охота, да ты посмотри на него. Как только так сразу атакует. Так что, может быть, где-то спрятнемся? Да, я, как видишь, типа, смысла нету, он даже тупо не ходит. Опять это домика надо, понял? Когда, типа, мало пространства, он может выбежать из какой-либо жопы. Чё? Он может вообще жить, знаешь, типа, возле входа. А чё у меня, блядь, звук? То ты нормально говоришь, что как по рации, блядь, странно. А, смотри. Блядь. Ну, типа, как вблизи. Типа, отойду поближе, это понял, как голос в упор. А, вот так нормально. Просто я разговариваю по рации, что, типа, если это... Мэг и Джанет выпало. О, ну, классно, молодец. Показал. Поздравляю, блядь. И русскую... Ой, не, да. Короче, в последнее время что-то вообще ничего не упадало. И... Да.
Зажимаешь и разговариваешь в рацию. Не, так я знаю, я знаю браулера всех. Что ты, блядь, так громко говоришь, сука? Или даже по одному. Если у вас очко не сжалось. Тихо, то громко, постоянно звук убавляю. Вот так вот, кстати, довольно полезная тема. О, меня там еще видно на камере, блядь. Короче, что-то вообще. Чуть темновато, но я не могу свет просто включить рядом, нету, блядь, лампочки. Ой, не отходи далеко, а то опять тебя плохо слышу, блядь, так. Я понял. Ага, охота до сих пор, прикинь. Так, ну тогда я думаю, значит, перебираемся в блок А и идем наружу, потому что что-то вообще... Подожди, а чем больше времени, тем потом не прибавляется прибыль? Или не? А, прибыль? За то, что мы находимся здесь, нет. Типа, понял, просто призрак может активизироваться. Именно из-за этого, типа, может ачивки выполнять. Понял, там, например, типа, 25% рассудка, там... Мы могли бы расставить, конечно, эти фонарики, но толку от этих фонариков нету, так как локация большая. О, видишь, как Зевс ультанул сильно. Так, ну, в принципе, если мы сейчас его встретим, это будет круто. Мне кажется, ему надо будет параллельно и убивать, и, знаешь, типа, спину чекать. Ты по нему просто распятие кинешь, а если распятие не сработает, я благовоние кину, и мы побежим. Короче, тактика какая-то таковая. А, так это Б отсек, оказывается, а не. Ой, блядь. Я их путаю вечно. Да я вообще, блядь, тут нихуя не пойму. Да. А ты новичок, да, я так понял? Ну, конечно, да. Я понял. Ты что, не видел, что я первый левел? Ну, а мало ли, если учетка не сохранилась. А, я по вон там. Шо? Либо вдали, либо там. Готовить этот крест? Да, готов крест. Ну-ка, пойдем. Короче, если у тебя начинает мигать фонарик, это значит, что он где-то рядом. Аура вот эта вот призрачная. Угу. Можем, как варик, смотри, пробежать. О, слышь, это самое, минусовая температура. Смотри, короче, кинь распятие вот прямо сюда, под ноги. Да, минусовая температура где-то здесь. А, все, выходим. Вот так кинуть? У меня друг как раз пожил. Я кинул этот, блядь, крест. Там его и оставить? А, да, но мы заберем, если что, его. Ну что у вас тут? Смотри, о, вас здорово, чел. У меня 20. У тебя, кстати, немного более-менее еще. Хотя нет, у тебя так же само, как у меня. Ой, блядь, таблетки мне зажрать, да? А, слушай, да, я думаю, таблетки лучше тебе сожрать. А где таблетки, блядь? А, вот, мой друг забыл. А ну-ка, Дима, выкинь. Тут камер еще много, понял? Вот это вроде отсек Б. Или это А? А где его комната? Комната неизвестна, где она. Но она где-то при входе. Это я точно знаю. Его надо сфоткать, остановить и найти призрака при помощи ЕМП. Слушай, в принципе, можем ЕМП-шкой его попробовать захарасить. Ну, типа, что, блядь, уже делал, я, получается, поставил это 2К стрим. Я даже не могу понять, кто это. Сделал, блядь, захват игры, и все равно такая расплывчатая картинка, блядь. То есть у меня даже... Я слышал просто, там, когда 2К ну, ставишь... Ну да, это, конечно, жесть вообще. Все равно как-то оно херово выглядит. Ну, может, из-за того, что просто у меня не 2К монитор, и я с Full HD, блядь, стримлю на 2К, поэтому оно как-то херово. Ну ладно. Думаю, что не сильно расплывается. Можно, знаешь, что попробовать сделать? Ну тут, в этих местах прям вообще, да? Солью можно, в принципе, его прохарасить. Вроде бы есть призрак, который типа странно, блядь. Солью отпугивается, понял? Типа он становится на соль, охота прекращается. Но не это такой призрак. Подожди, а наручники что делают наручники? Наручники это просто косметический предмет. Это я не знаю, кто его сюда приволок, кстати. Но мне кажется, смотри, минусовая температура была, это единственная улика. Окей, а шо вот это за хуйня? Смотри, это звук. Короче, можно так определить, где находится призрак, понял? Ты наводишься сквозь стены, и там чем больше, типа, циферка, тем, вроде, ближе он находится к тебе. Тем больше звуков вот он издаёт. Угу. Да-да-да. Это измеряет звук. То есть, какие там звуки издаёт? Например, да не звуки даже, идет. Понял? Ты типа включаешь? Не путай его. Он по цифрам, короче, измеряется. Чем больше, типа, цифра, тем ближе звук. Чем дальше, тем меньше.
Но вообще, по сути, единичка это уже потолок, вроде бы, если я правильно думаю. А, кстати, при тебе? Ну там валяется. Я, да, я его кинул. А, смотри, вместо температуры возьми ЕМПшку, у нас нету задания на температуру. Мы узнали, что температура уже минусовая была, и что он живет при входе. Так что лучше возьми ЕМПшку и всегда держи ее включенной, чтобы лампочка горела. Mm-hmm. Так, подожди, у меня еще один свободный отсек, можешь что-то еще взять? А, смотри, свободный отсек, свободный отсек. В принципе, можешь взять звук. Типа он никогда. Что такое звук, блять? Лампочку взорвал? А, звук, блять. Это вот. Нет. Он да, но это в натуре походу тень. Это тень. И один был в хате. Ебать. Он же вроде лампочку ломает, только когда он прям вообще уже жести. Внутренности, блять. Он, кстати, номера 666. Лампочка. Он ломает лампочку от агрессии, да. Мы, видишь, его со старичком заварили. Охота, а нет, показалось. Ну и чё, блять? Сейчас, еще вот хотел один предмет у чувака спросить, что это такое, блядь. Чё, блядь, аж вблизи стоит. Он же вроде сказал, что типа если издалека, то такой херовый звук, а если вблизи, то должен быть нормальный. Странно, блядь. О, заебись, смотри, глазные яблоки, блядь. Опа, видишь, лицо сейчас дверь закрывает. А, это моему другу делать нечего. Заскакивает. А, ты, возьми, вроде вот этот вот цилиндр, вот этот вот огромный. Ну, звук. У тебя же есть звук? А, нет, это лампа, это лампа. Нет. Смотри, лампочку можешь вот сюда поставить, где я взял. Хотя бы электрик. Лампочку, если можешь, вот сюда приклеить. Куда? А, вот сюда, спело. Там, че она не ставится, блядь? Опа. Это плохой знак. Я могу поспорить, он здесь. Он, да, он при входе живет, это 100 пудов. Он здесь живет, вот он. Единственное, что я не могу понять, я, это что вот здесь вот, на второй этаж, никто не поднимался. А куда лампочку поставить? Блять. 12 децибел. 12? Ой, подожди. Покажи. 0 сейчас. Направо. Сейчас 0. Вправо, 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 направь, вправо, направь. 6. Ооо. Видишь, крики там огромные? 12. Если 20, то это уже потолок, это прям... А, это херня, это типа звук? Да, это типа больно, но это звук. Сука, хочу выиграть, блядь, давай. Понял. Он идет. Вон он, вон. Блядь. Иди сюда, братан, не умирай. 800, 900, 900. И уходим, тысяча. Уходим, бежим, бежим. Мне жопа, пока. Мне жопа, все. Куда, куда, блядь? Так ты понял, что это за призрак? А, смотри. Это банша, мне кажется. Банша. Он типа... Где банша, блядь? А. Чата крути нет, блядь. Тео, не знаю, типа, если бы было... Вот такая ситуация, то что он узнался бы за несколько... Но он узнался бы именно за Димой. Типа, он именно не за мной, который я юзал в Лаховоне, а именно за Димой. Ну да, внутри. ХМС, сейчас приду, сейчас. Завершу катку и приду.
Вот так замечательно просто, блядь. Кто, блядь? Диминан? Полки? Мёлинг? Ревенант? Ревенант? Да, мне кажется, Ревенант. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас я МП возьму, потому что мне вот прям что-то дико хочется узнать, кто это на самом деле. Один МП. Ага, на полу все, я так понял. Ну, вот смотри, типа я отметил, и что дальше? А как потом, типа, ну, чтобы выполнено было? Ты совершаешь игру, и когда, типа, если это правильный прогноз, то, типа, тебе дают бабки. Если неправильный прогноз, тебе не дают бабки. Так когда мы можем уехать? Можем прямо сейчас уехать, но мне просто интересно, что это за призрак. Можем, типа, сейчас уехать, как хочешь? Ну, давай исследуем еще, не знаю. Ревенант. А, точно, тут же про каждого призрака он пишется, блять. Смотрите. Ну, он классификация. Ну, я не хочу сейчас это все читать, блять. Надо, в принципе, как-то запомнить потом, блядь. Ну, я уже не в стримах буду потом как-то. Ну, скин, игра интересная, я думаю, что... Ревенант, блядь. Ну, послушаем чела, отметил я Ревенанта. Наверное, уже сейчас закончим уже трансляцию, потому что... Да. Ну, то есть, сегодня было две трансляции просто... Он рё, блядь. Сука, наебал меня, чел. Ревенант, блядь. Он рё. Так, это вот этот Мишка обосрал? Это вот этот чел? Говорил, блядь. Алло. Алло, да-да-да. Я просто на фанпейке отписывал. А мой друг сказал, что уже не будет в этом играть. Окей, давайте я свой этот ник в Дискорде скажу. Да, давай. Сейчас я тогда Дискорд открою. Тебе лет за 20, да, наверное? Да, блядь, да. Да, да. Я понял. Блять, я сейчас еще бы вспомнить пароль от Дискорда. Так, ну я готов, в принципе. Сейчас. Подожди. Пароль вспомню, блять. Сейчас. Сейчас, пару минут. Да, да, без проблем. Блять, я забыл пароль от своего Дискорда. Сейчас брошу, блять. Пока добавлю, с ним буду играть, блять. Хули бы нет. Сейчас. Да, блять. Как мне сбросить?
Да ёбаный, блядь, телефон залагал. Заебись. Ой, блядь, ладно, сейчас на компе открою почту. Reset password, окей. Сейчас. Так, все, зашел в Discord. Это мой Discord, блядь. Да. Короче, это по нику, да, добавлять? Алло, чел. Привет, все. Мишко. Я тут. Короче, по нику, да, добавлять, друзья? Да. Короче, на английском Ромарио. Ну, R с большой, первая буква. Секунду. Продолжай. И вместе потом еще одна R большая, ром с ки. Ки это типа K на английском, ключ. Я понял. А, хэштег? Что хэштег, блядь? В смысле хэштег? Ну там же у тебя цифры должны быть в нике. А, 0124. 0124. Так, ну что-то у меня ромский, да? Да. Так, что-то не работает. Какая-то... Сейчас, подожди, сейчас давай я продиктую. У меня, наверное, ник полегче будет. Секунду. Тю, блядь, а как я выйти? Блядь. Форт, сейчас. Сложно, блядь. Короче, на русской с маликовым пиши SF. Блядь, а как тут добавлять? Скажи, кто написал. Сука, как тут добавлять? Подожди, а как тут добавить-то, блядь? А, смотри, ты с телефона или с компа? С компа. Через сайт. С компа. Смотри, открываешь там Discord. И у тебя сверху будут такие типа вкладочки, как друзья. Новый групповой чат. О, да, все. Я понял, давай. Да. Так, смотри, SF, пиши, с маленькой буквы просто пиши на русском, SF. Угу. Потом пробел, любит. Любит? Пробел души. Да, любит души. Я просто ник не знаю. Души или душу? Души. 91-61. Я поменяю сейчас ник, короче. Так, чтобы тебе просто легче было. Девяносто один шестьдесят один, да. Блять. Подожди, каждое слово через пробел, а потом хэштег отдельно или как? Да. Типа, если что, S первое, которое в начале, все с маленькой, короче. Подожди, а хэштег в конце отдельно, да? Нет, смотри. SF любит души, хэштег 9161. Хэштег, если что, без пробела. То есть, типа, души, сразу же хэштег 9161.
Чё, блядь, что-то не находит. Давай сейчас, Ник, короче, вообще прям дефолтный поставлю секунду, чтобы тебе полегче было. А, подожди, такой так... Никакой болезни, Ник, я не придумал. Короче, пиши с маленькой буквы. Говно. Ха-ха, хорош. Я ничего больше не гениально не придумал. Просто говно. Хэштег 9161. Если что, ГС маленькой. Да, блядь, почему номер пишет вместо хэштега? Да ёб твою, блядь. Получается, блядь. А, блядь, без пробела, без пробела. Вроде кинул. Секундочку. Вижу. А, ром с кей, я понял. Кей ну, на ключ. Ну, думал, ну кей, ну кей читается, типа. Да, да, блядь. Да, привет, привет. А ну-ка. Блядь. Привет. Hello. Да, здорово. Ну ладно, я потом чуть позже поиграю, просто тебе добавил, если что, потом. А, ну хорошо, давай тогда удачи. Угу, пока, спасибо за игру. Да, взаимно. Так, я так понял, игруха наш умер. А можно будет, слышь, чел? А. А можно будет как-то потом ник поменять, блядь, ну, типа, с пиратки играешь? Да-да-да, я тебе потом помогу. Окей, ладно, давай, все, если что, свяжемся. Давай, удачи. Спасибо, пока. Хорошо, да. О, такое, блядь. О, такое, ребята. Хе-хе-хе-хе, блядь. О, такое. Все. Все, ребят. На этом наш стрим подходит к концу. Спасибо всем, что вы были тут. Спасибо, спасибо, спасибо. И пиратки, привет, да. Спасибо, что пришел на стрим, да. Да. Ничего страшного. Короче, да, все с пиратка. Всем удачи.